Всем привет, друзья! Сегодня мы собрались здесь, чтобы накачать наши трицепсы. Если вы хотите накачать наши трицепсы, точнее ваши, наши, неважно, смотрите это видео прямо сейчас и не переключайтесь. Итак, друзья, для первого упражнения нам нужно сесть. Если мы сидим, то меньше шансов упасть. Вот, короче, нам понадобится гантеля. Большая гантеля желательно, не маленькая, большая. Берем ее вот таким вот образом и закидываем за голову. Делаем вот такое вот упражнение. Не торопимся, делаем размеренно. Не забываем дышать при усилии выдох, когда за голову заходит вдох. Вверх, выдох, когда за голову вдох. Делаем вверх быстрее, вниз немножко медленней. Вверх быстрее, вниз немножко медленней. В этом залог успеха. Смотрите, чтобы ваши локти вот так не расходились. Это бред получится. Надо, чтобы они более-менее прямо смотрели. Вот таким вот образом. И все тогда будет хорошо, будет качаться именно трицепс. Я надеюсь, вы поняли, братья мои. Если вы не поняли, то перекрутите и посмотрите еще один раз. А мы переходим ко второму упражнению. Второе упражнение мы будем делать с маленькими гантелюшками. Назовем их так, гантелюшки, это не гантели. 6 килограмм это гантелюшки. Встаем вот в такое вот положение, спина прямая, руки вот так стоят. Работает только нижняя часть руки, предплечьем называется, и бомбим вот так. Работает трицепс хорошо. Выдох на усилие, вдох, когда вниз опускаем. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. На усилие немного быстрее, когда вниз опускаем медленнее. Быстрее, медленнее. И так далее. Это хорошее упражнение. Но мы переходим к третьему. Третье упражнение – это проработка одного трицепса, то есть поочередно. Если у вас нету большой гантели, а есть только маленькие гантели, которыми вы не сможете делать вот такое упражнение, ну, то есть сможете, но от него не особо будет толку много. Вот, поэтому можно делать вот такое упражнение. Закидываем одну руку вот таким образом, чтоб локоть смотрел вверх, как стрела, и закидываем нашу гантелю за голову, поднимаем ее вверх, оп, и снова за голову, оп, и снова за голову. Объяснять дыхание технику не буду, я это объясняю в каждом видео, вы помните. Для следующего упражнения нам надо куда-то лечь, мне бы лечь куда-нибудь, лишь бы лечь, да. Так, короче. Так как у меня нету никакой скамьи, ложимся вот таким вот образом. Значит, чтобы нам удобно было, руки загибаем туда-назад и поднимаем таким образом. Оп. 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 Вот. Это еще один вид упражнения на трицепс. Тоже нормальное упражнение, но если у вас есть скамья, то на скамье будет удобнее, конечно. Вы ложитесь прямо и делаете это упражнение. Все четко, ровно по прямой траектории, а тут немножко согнуто получается, конечно, не особо удобно. Вот. Если есть скамья, то... Круто, вам повезло. Вот такие вот, друзья, упражнения. Я уверен, вы большинство из них знаете, как выполняются, делайте их. Но это для тех, кто не знает. И, естественно, для повторения, для тех, кто знает. Вот, делайте эти упражнения, будет классный трицепс. Трицепс, бицепс, грудь, будет все классно. Все будет отлично, если будете работать. Работа – это самое важное. Не покладая рук. Если хотите чего-то добиться, вам нужно работать. Вот, я работаю, знаете что, видите? Темно.
Я снимаю ночью. Я для вас снимаю ночью. Пацаны, видите? Просто уже первый час. Я снимаю ночью. Потому что мне нужно работать. Я хочу развиваться и делать что-то лучше, стремиться к чему-то большему, достигать новых целей, повышать количество подписчиков, там, я не знаю, это тоже цель, видите? Мотивация, все такое. Вы меня мотивируете, я вас мотивирую. Так что взаимомотивируем друг друга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за мотивацию и всем пока!